І на продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. Я Олена Кальянова, вітаю вас. Чашка кави, модний світшот, кілограм морепродуктів, урок англійської. За це все можна розплатитися сміттям. 27 жовтня у Дніпрі відбудеться акція «Чисто дяка». Це своєрідний суботник із можливістю отримати винагороду за кількість зібраного сміття. Детальніше про захід будемо говорити із організаторами, засновницею піар-агенції «Проектор» Владою Миколюк та співзасновником громадського об'єднання «Дніпро Дизайн» Максимом Гольдіним. Добрий вечір нашим гостям. І так, чия ідея спочатку? Розказуйте. Возникло все после того, как мама моя приехала из Хельсинки. Она была там у подруги. И за чашкой чая на кухне рассказала мне: представляешь, Влада, а почему Хельсинки абсолютно чистый город? Его... Действительно странно. Да, убирают его люди, которые замотивированы даже не городской властью, а бизнесом, который за уборку награждает их разными бонусами. Человек приходит в городской местный совет и говорит: хочу провести субботник с пользой. Дайте мне локацию, которая нуждается в уборке. Ему дают или пляж, или балку, или косу. Он убирает, отчитывается, и ему говорят: теперь можешь выбрать бонусы за это. Или поход в хоккейный клуб, это там актуально, или поход в сауну, или спортивное обмундирование. Таким образом, страна все время поддерживается в чистоте, и это очень такая самодостаточная система, которая не зависит даже от государственных органов. И идея ведь совершенно простая, правда? Да. Совершенно простая, и удивительно, почему у нас не реализована до сих пор. Вы решили ее реализовать. Да. Прям вот под копирку или есть какие-то варианты? Копирки не было, потому что фактически у нас была информация, что люди пользуются, грубо говоря, такой опцией и возможностью. Uh-huh. А как они это делают, ну, мы так и не нашли на самом деле. Ну, вот о том, что это есть информация, о самой механике мы не нашли. И это было на самом деле не так-то просто вот продумать действительно саму последовательность действий. То есть сама внутренняя кухня заняла несколько недель у нас с Владой, целые простыни документов, порядков и какой-то процедуры, как мы работаем. Ну вот механизм, как это будет выглядеть? Как это будет выглядеть? В это воскресенье, 27 числа, мы проводим первое мероприятие наше. Мы собираемся на сейчас 11 локациях, мы сегодня добавим еще 12-ю, потому что на текущий момент зарегистрировалось уже 125 человек, заполнили анкеты, люди хотят и участвуют. Сама мысль была в том, чтобы привлечь горожан со всего города к уборке тех территорий, где они живут. То есть это спальные районы, это Северный, это Сокол, это Победа, это Слобожанский проспект вверх и в его начале и так далее, и так далее. То есть таких локаций... У нас нет дефицита с такими локациями. Да, они не всегда большие. Да. То есть, соответственно, мы захотели, чтобы вот люди, где живут, там они и старались заботиться, и сама мысль была приучить их к заботе о городе своем, и дальше они будут за этим, по нашему, скажем, по нашей идее, будут за этим наблюдать. После того, как акция стартовала, она стартует в 11 часов, все, кто записался, приходят на место, регистрируются у куратора мероприятия на каждой конкретной локации. Им выдают мешки. У нас есть партнер, который помогает нам мешками для мусора прочными. Им выдают перчатки, чтобы защитить руки. И люди идут и с 11 до 14 часов убирают просто вот ту локацию парка, на которую они пришли. Дальше они отдают эти мешки, которые они собрали, куратору. Прямо на месте они получают вот такую вот фишку «Дяка». Мы его назвали, сленговое слово благодарности, которое они смогут фактически у наших партнеров прийти и чуть ли не в этот же день поменять на чашку кофе, выпить кофе, посидеть с друзьями, отдохнуть и так далее. Угу. Но не только лишь на чашку кофе. Да, они могут ее поменять на стрижку, мужскую или женскую, даже на стоматологическую услугу, или на килограмм устриц, или на велопокрышку. Мы расскажем сейчас о партнерах. Да. То есть очень много. Я слушаю вас, прекрасная идея. У меня вопрос такой практичный. Зачем вам это нужно? Вот просто хотите, чтобы город был чистым? Вот просто такая бескорыстная тема. На самом деле мы хотим
такую, как лакмусовую бумажку общества. Вот сейчас оно готово к тому, чтобы относиться, изменить свою философию восприятия города на то, что город — это мой дом, продолжение моего дома. И если я убрал территорию здесь, как помыл пол в своей квартире, то я буду замотивирован здесь уже не сорить больше, чем если бы эту работу выполнил бы за меня департамент благоустройства. И мы хотим, как бы, это такой вызов обществу, мы хотим проверить, вот если они готовы к этому, и если мы готовы к этому, значит, там, не все потеряно, и мы еще способны к следующим другим шагам и новым переменам. А как считаете, готовы? Вот 125 человек зарегистрированных, это еще ни о чем не говорит, да, вот как считаете, пойдет эта акция, приживется? Будет отклик у людей? Мы уверены, что да. Потому что на самом деле эти 125, мы даже до сегодняшнего момента, вот это первый эфир сейчас, мы написали буквально несколько постов. Причем мы даже от своего имени не писали. Мы выложили всего лишь несколько афиш о том, что такое может быть. И это 125 человек за пару дней. Нам скоро придется сделать стоп регистрации, потому что у нас... Просто даже не мешков не хватит от партнеров, чтобы собрать весь мусор. И этот энтузиазм очень сильно мотивирует. Сейчас услышат нас, обязательно мешков добавят. Вторая часть вопроса. Для чего вашим партнерам это нужно? Что им, какой интерес у них? Тот же, что и у вас? Вот такие вы единомышленники с ними, со всеми? Люди просятся. На самом деле, то есть мы не упрашивали наших партнеров. То есть мы хотим наградить, да, говорят? Конечно, люди говорят, да классно, наконец-то у нас есть возможность, и мы хотим жить в чистом городе, все хотим. Мы делаем какой-то продукт. То есть то, что они меняют вот эти бонусы на наши фишки, это ничего смертельного на самом деле для них, для бизнеса нет. Ну, для кого-то это тоже затрата, да, та же чашка кофе там или что нет. угодно, да, вы сейчас расскажете, Да, все говорят, что это наша благодарность нашим горожанам за их небезразличие к тому, где мы живем, потому что это значительно, ну, мы считаем, что это значительно больше, чем уборка. То есть это воспитание целого уже привычки какого-то отношения горожан к своему городу. Мы хотим, на самом деле, формировать какое-то проактивное большинство в городе, которое считает, что ни мэр, ни царь, ни кто-то должен... Мы хозяева в городе. Не начальство какое-то мифическое, которое должно за нас это сделать, а мы горожане, мы хозяева в городе. И мы здесь живем, и мы хотим, ну, жить чисто. Мы же не ждем дома у себя, да, когда кто-то придет. Мы берем, ну, и убираем. Мы хотим, чтобы за порогом дома это отношение продлилось дальше именно на весь наш город, для того, чтобы люди потихонечку меняли свое мировоззрение в этом вопросе. Да? Сейчас очень много вот людей ездят за границу, да, и много споров о том, почему чисто в том или ином городе. Одни говорят, там хорошо убирают, другие говорят, там такая культура, не сорят. А вы как считаете, вот чисто там, где хорошо убирают, или там, где все-таки есть привычка не сорить так много, как сейчас это у нас делают? Там пойти на пикник и оставить пакет с пластиком там после себя, вот там же, где и отдыхали. От чего зависит чистота у нас в городе? От качества уборки или от все-таки ментальности людей вот, в отношении этого вопроса? Ну вот если говорить об опыте Хельсинки, на который мы опираемся, то это про инвестицию. Я вложил туда свой труд, мне будет больно и неприятно в месте, где я инвестировал свои усилия и свое время. Я хочу это защитить. Теперь я несу ответственность за то, что я приручил. В данном случае приручил маленькую локацию или посадил маленькое дерево, или убрал небольшой участок. Вот это про... Мне все-таки, я не настолько оптимистична, вот как вы, в этом вопросе. Мне кажется, что наших людей труднее приучить вот к этому. Потому что, ну, пример, когда люди, живя в многоквартирных домах, у себя в квартирах убирают, а на площадке уже нет совсем, а это ведь тоже часть жилого простора, да, нашего. А вот для меня всегда это загадка, почему так происходит, почему, выходя за пределы своей квартиры, можно там плевать, бросать окурки или там еще хуже что-то делать. Поэтому мы хотим, чтобы первая акция дала максимальный энтузиазм на все последующие, чтобы первая превратила это в череду и в систему акций, чтобы мы потом смогли поддерживать. Из-за этого у нас самый дорогой приз, например,
свитшот или путевку на IT-конференцию можно будет приобрести всего лишь за 10 дяк. 10 дяк – это мы посчитали с Максом приблизительно то, что можно за 3 часа 10 мешков собрать. Это вот один мешок, один... Одна дяка, да? Один мешок, одна дяка. Да, мешок 125 литров. Но 10 мешков реально собрать. И нам кажется, что мы хотим, мы стремимся, чтобы на следующую акцию, когда мы ее объявим через месяц или через 2 недели, люди уже с сарафанным радиом, да пошли, и своих друзей. Угу. Еще очень сильно вот про социально ответственный бизнес порадовали такие моменты. Были, например, собственник одной из кофеен, Double Decker, он вообще написал, все, у него там кофе стоит, допустим, 70 гривен. Угу. А себестоимость одной дяки, сейчас Макс расскажет, как мы ее оценивали, 20 гривен. Он говорит, одна дяка, один кофе, а три дяки, целый торт вообще. Я говорю, ты что, ты что, с ума сошел? Не надо так удешевлять, нет. Он говорит, нет, наоборот. Человек собрал 125 литров мусора. Ну, по крайней мере, на чашку кофе он точно может рассчитывать. То есть уже сам бизнес нас говорил, вы что, не надо удешевлять так человеческий труд. А вот, Макс, расскажи, как мы высчитывали, почему стоит одна фишка 20 гривен? Интересная система. Это... Вот эта механика, да, она заняла действительно какое-то время, потому что, а вот действительно, как оценить? Ну, то есть, как эти баллы, потому что вначале, то есть, прозвучало от финнов, прозвучало слово баллы. И вот для меня баллы стал небольшой точкой преткновения. И в какой-то момент я понимаю, ну, то есть, захотелось перевести все в какие-то реальные физические величины, и я понял, что результатом любой уборки, фактически, дома или на улице, будет мешок. Вот, и я для себя понимаю, окей, человек собрал мешок, пока он его собирал, он тратил какую-то свои трудозатраты, ну, времени. Соответственно, я для себя понимаю, там, ориентировочный месячный, допустим, оклад какого-то такого сотрудника, который занимается клинингом, и несложным математическим путем, собственно, мы взяли просто там мешок, я взял мешок, мы с семьей вышли в туннельную балку и собрали, просто пособирали мусор, и я понимаю, что там... Вы 30... святые люди, я только восхищалась недавно людьми, которые чистили туннельную балку, спасибо. Там была у них своя группа, тут мы прямо с семьей, да, вот, и я понимаю, что 30-40 минут, это вот достаточно для того, чтобы собрать одного мешка. И тут вот так, таким вот, собственно, арифметическим мы высчитали вот эту вот штуку, и вокруг этой дяки и закрутилась, в принципе, вся вот это вот наша механика самого проведения акции. И уже дальше пошло, собственно, потом уже подключилось Днепро Дизайн, мы сделали там ряд иллюстраций, сам стиль, подготовили уже сами тексты, Влада писала, ну, уже какие-то обращения. И вот, собственно, фактически 3 дня, как мы обратились на страничке анонса, 800 репостов, мы считаем, удивленно смотрим. Должны сейчас заканчивать, быстренько перечислите еще какие виды наград будут. Возможно. Значит, кофе. Десерты всевозможные, можно велопокрышку, стоматологический осмотр с томографом полноценный, стрижку мужскую или женскую. У нас есть партнеры, компания «Сеть ресторанов KFC». Они дают, там целое меню будет на месте. На посещение. Да. Клиника «Амел Дентал», они дают свое первичный осмотр. У нас есть магазины там GM, которые выдают эти велопокрышки. Есть несколько кофеен, которые дают, там кеды искусствоведа дают какие-то напитки. Денис. Есть друзья, которые занимаются там уникальной программой «Белая глина». Очень интересно, то есть они дают. Есть устрицы, целый сет устриц, там, по-моему, килограмм, да. Урок английского языка. Ну, прям все хорошие, да. Я слушаю. Мы вот так и хотели, чтобы это был какой-то спектр реальных услуг. Парикмахерские, там, экспресс-стрижки, они дают мужские и женские стрижки, ты можешь прийти, да. Консультация есть. Ну, то есть, ну, может быть. После уборки мусора, да. Люди присоединяются. Каждый, там, буквально каждые несколько часов кто-то пишет с предложением, пожалуйста, возьмите нас. Ну все, традиция уже готова. Да. Приглашайте. Я думаю, что да, очень замечательная идея, поддерживаю. Спасибо, здорово. Спасибо. Приглашайте. Спасибо горожанам. Спасибо. Когда? Еще раз, когда, куда приходить? 27 октября. Октября, эти выходные. В это воскресенье, 27 октября с 11 до 14:00 в 12 локациях. Ознакомиться с ними можно в Фейсбуке, введя «Чисто дяка». Угу. Или в Инстаграме. Да. Да, конечно.
Вы еще принимаете желающих участников, все продолжается. Да, продолжается еще регистрация, идет, мы ждем. То есть где-то уже локациях закрыта уже регистрация, потому что уже набрали необходимое количество людей, а где-то еще мы ждем горожан, конечно, еще, да. Зовем. Спасибо. Вот расскажите о результатах. Да. Желаю, чтобы наш город был чист с вашей помощью. Спасибо большое. Спасибо. А ще раз дякую нашим гостям. Глядачам нагадаю, ми спілкувалися із засновницею піар-агенції «Проєктор» Владою Миколюк та співзасновником громадського об'єднання «Дніпро Дизайн» Максимом Гольдіним. Говорили про екологічну акцію «Чисто дяка».